Группа чилийских альпинистов обнаружила в горах обломки самолета, пропавшего более 50 лет назад. Дуглас DC-3 авиакомпании LAN Airlines потерпел крушение в чилийских Андах 3 апреля 1961 года. На его борту находились 24 человека, в том числе 8 игроков чилийской футбольной команды Green Cross. На протяжении 54 лет место падения лайнера считалось неизвестным. Мы обнаружили частично обгоревший пропеллер. Среди скал можно найти еще больше обломков, но их точное местонахождение пока пусть остается в тайне. Мы не хотим, чтобы оно превратилось в аттракцион для туристов.